И вот до чего договорились, посмотрите, вирус папилломатоза. Это же вирус папилломатоза. И раньше, в советское время, с этим вирусом ставили на онкоучет. А сейчас зайди в любую, так сказать, чуть не парикмахерскую, эти тебе папилломы отрезают в салоне, в любом салоне отстригают их, не понимая, что это вирус папилломатоза, его нужно пролечить. И как конечный результат, эти папилломы должны сами отвалиться. Ну вот. А хирург что? Вот была у нас интересная ситуация. Вирус папилломатоза у девочки, и огромная папиллома выросла на голосовых связках. Хирург взял, отсек одну. В ответ на отсечение одной еще две выросло. Ну вот, они уже собрались на операцию, на вторую операцию по отсечению. И так будет без конца, потому что вирусы продолжают расти. Но ведь этот вирус папилломатоза, он формирует полип в мочевом пузыре, полип в желудке, полип в желчном пузыре, полип в кишечнике. То есть он приобретает другую окраску и переходит в онкопроцесс. И ведь рак шейки матки, он тоже вызван полипозом. Но ведь, опять же, никто не говорит о профилактике папилломатоза. Проще подстричь. Вот, к сожалению, если мы с вами начинаем разговаривать с врачом о папилломах, то он на это не обращает внимания. А ведь это основная, это проблема, которая может вызвать потом проблемы. И приходящие пациенты, когда им говоришь о том, что у вас вот такая опасность, они иногда воспринимают это в штыки. До той поры, пока ты не убедишь, не расскажешь, не покажешь. Ну и, естественно, человека приходится убеждать, что нужно вспомнить старое, давно забытое средство. Это опять полынь. Возвращаемся к полыни, который Солернский кодекс здоровья посвятил целую главу. О том, что полынь лечила многие гинекологические патологии, в том числе и вот вирус папилломатоза. Полынь горькая. Да. Себе, Конечно, ведь дело в том, что здесь нужно понимать, нужно объяснить. И вот также другой случай. Вот дом напротив, а у нас родители этого парня пролечились. И у парня вдруг во рту, 14 лет мальчишки, выросла вот такая папиллома. И он ее как жвачку постоянно жевал. Родители не обращали внимания, пока в школе во время там плановые осмотры детей не заглянули в рот, а там вот такая папиллома. И сразу и на Каширку. А на Каширке, это же онкоцентр, там сразу найдут решение. И отец зашел к нам, говорит, вот такая проблема, сможешь помочь? Я говорю, приведи парня. Привели парня. Смотрю, она, во-первых, папиллома выглядит как чешуйчатая, то есть как чешуя. Я взял соскоб на стекло, отправил нашему гематологу. Он мне позвонил на следующий день, говорит, Александр, отправляй на Каширку. Там проблема такая, атипичность присутствует в клетке. Я говорю, ну ладно, давай. Сколько времени росла у тебя эта папиллома? Он говорит, где-то полгода, с января месяца. Я говорю, дайте мне 10 дней. 10 дней все равно ничего не изменят. Ну вот, и он у меня утром полоскал керосином, в обед перекисью водорода и вечером керосином. Через 3 дня она сморщилась и сама отпала. Но ведь дальше что? Отец пришел, поблагодарил, в распинаниях, что не надо операцию делать. Я говорю, подожди, то, что мы сделали только шаг, первый шаг. Основное, у него тестируется вирус папилломатоза. Теперь наша задача пролечить его от этого вируса. Да. И вот уже полтора года еще, все, на заправке он меня встретил. Я говорю, ну когда сын придет, пропьет там что-то, нужен тест сделать. Да ничего, у него все нормально, все хорошо. То есть, а я брал тадикамп. Это керосин, настойка грецкого ореха на керосине. То есть и у людей часто вот такое отношение. А, это ладно, я подстригу, я уберу, это все пройдет. Разводили его, нет? Керосин? А зачем его разводить? Чем его? Его не разводят. А вы только это делали, Александр Петрович? Ничего больше не делал. Благо дело у мальчишки, мальчишка спортивный, занимается спортом, живот спокойный, чистый. Будем говорить только в области малого таза, небольшой застой, но буквально две процедурки, все закончилось. А дальше он пропивал, и вот 3-4 дня, и оно все закончилось тем, что она отпала. А так бы... А полынь принимается.
Вот сейчас мы сейчас, у нас, вернее, была книжка по профилактике протозоиной вирусной инфекции, кандидомикозов, гельминтозов, но она закончилась. Мы сейчас новые будем переиздавать, дополним ее. Я думаю, что, наверное, в ближайший месяц или, может быть, через месяц она выйдет с дополнениями, потому что уже у нас появился свой, еще другой опыт, потому что постоянно идет какое-то обновление, поиски чего-то нового. Ну вот, и я думаю... Какую литературу можно сделать? Ну, вы зайдете в центр, там много всего. Посмотрите. Среди... Когда мы... Я начал говорить о китайцах и немножко ушел в сторону. Дело в том, что у китайцев одна особенность. Относительно... Посмотрите на их лицо. У них редко бывает, когда отеки под глазами. Как бы лицо редко поражается прыщами. Ну вот, и это можно объяснить, и в то же время, когда они приезжают в Россию, они переходят на наш образ жизни, у них все появляется так же, как у нас. То есть, и в первую очередь, да, в первую очередь, если рассматривать наше питание, то здесь играет роль, конечно, хлеб. То есть, у китайцев практически нет хлеба, рис, но хлеб не сам по себе хлеб, а в основном дрожжи. Дрожжи, которые не соответствуют ГОСТу. Дрожжи, которые не соответствуют микрофлоре кишечника. То есть это все приводит к тому, что появляется не сапрофитная микрофлора, а паразитная, паразитарная. А если автолизат, то же самое? Ну, вы знаете, дело в том, что я вот сейчас вот как бы своим пациентам, особенно когда мы занимаемся ими, я им говорю, вы знаете, первое, что должны сделать, отказаться от хлеба совсем. Белый хлеб еще более вызывает патологии. Почему? Дело в том, что она обволакивает слизистую кишок, нарушается процесс всасывания. Вы можете провести такой эксперимент. Дайте ребенку пирожок. Перед этим потрогайте его живот, вроде живот спокойный, дайте пирожок. Через 4 часа потрогайте его живот. И что вы там найдете? И вам сразу все станет ясно. То есть кишки деревенеют, спазмируются, и они становятся болезненными. 2 пирожка дадите, еще большую площадь найдете. Вот бездрожжевой хлеб, либо бездрожжевой хлеб есть, либо его совсем не есть. Поэтому можно выбирать. Ну и сушить на сушку, да? Рекомендую. Как сушка, а сушка тоже на дрожжах готова. Вы знаете, пожалуйста, отруби можете есть, отруби. В12 он не только в хлебе содержится. Конечно, мы всему верим. И нам раньше всегда говорили, хлеб всему голова. Также, а как Китай, у которого нет хлеба? А как... Извините, та же Япония, у которой продолжительность жизни очень высокая. Там булки рисовые дают, но булки есть невозможные. Ну да. Белые такие. Там нет сладкого. Там нет сладкого. Это ужасно. У них соли даже нет в Китае. Так это хорошо. Они привыкли настолько, что они даже не нуждаются в этом. Ну а просто это глутамат, который в китайский синдром китайского. Ну, конечно, и я считаю, что и там, и там есть отклонения, но более целесообразно все-таки их пища. Может, у кого-то вообще непереносимо синица хлеба? Бывает же не хлеба, это дрожжей, конечно. Может, просто пшеница непереносима? Нет, ребят. Теперь обратите внимание на такую особенность. Мы сейчас чуть-чуть на пищу переключимся. Важно. Вот когда... тестируем пациентов, которые как бы приходят, любители пива. Я уже говорил, что в пиве содержится... когда пиво готовят, то чаще всего берут зерно, которое пораженное плесенью, потому что оно дешевое. То есть то, что не идет в пищу, его переводят на пиво. И гриб аспарагилос, он, естественно, присутствует в этом зерне. А аспарагилос, естественно, токсины, которые, так сказать, появляются и поражают печеночные области. Так вот, когда мы тестируем пациентов, любителей пива, то этот гриб аспарагилос, он практически поражает все органы. И вот тогда возникает еще одна особенность. Аспарагилос тянет за собой вирус папилломатоза. То есть, чаще всего любители пива, это люди еще пораженные и вирусом папилломатоза. То есть это папилломы, висящие под мышками, на шее, это папилломы, растущие внутри органов, это внутри, предположим, той же почки, внутри кишечника или желчного пузыря. Это вот все то, что, так сказать, нам современное наше питание.
Поэтому к этому нужно относиться достаточно серьезно. И в принципе это то пиво, которое лежит, которое в банках, которое консервируется, которое хранится годами, это не пиво. Так же как и если взять ту же Америку, когда молоко стоит неделями и не киснет, это тоже ненормально. Когда стоит тарелка с ягодами, и ни одна муха на нее не садится, это тоже не все нормально. Можем чуть-чуть приоткрыть эту форточку? Это дует. Да, дует. То есть в данном случае мы с вами говорим о том, что вот такое явление, когда, скажем, особенно если пациент попадает к нам с грибами, то первое, что ограничивается употребление мучных изделий и сладкого. Потому что сладкое – это основа, и очень часто грибы диктуют нам свои условия. То есть при появлении грибов в кишках у человека появляется желание кушать сладкое в огромных количествах. Как говорят, что пробы не хватает, если сладкого хочется. Ну, вы знаете, дело в том, что организм, организм находит. Да. Глюкоза для мозга. Ну, я думаю, что он способен взять глюкозу из другого. Так же, как мы имеем иногда явление такое, человек полнеет не из-за того, что он много ест, а из-за того, что токсины, которые вырабатываются в кишках, нейтрализуются жиром. И человек может полнеть не из-за того, что он много ест, а из-за того, что токсины, нейтрализация токсина. И когда удаляют жировик, то здесь тоже очень интересная особенность. Очень часто жировик является кладбищем токсических веществ, как это, ну, у нас же делают ядерные отходы, сворачивают, куда-то бетонируют, сбрасывают, консервируют ее. И вот такая же консервация, нечто подобное у человека, когда образуются жировики на теле. И если начать удалять эти жировики, то это может быть чревато, то есть в систему пойдет токсин, яд. То есть могильники мы убираем, захоронение этих токсинов. А куда же пойдет токсин? В систему. И поэтому, прежде чем убирать жировик, нужно попытаться разобраться причину. И бывают случаи, когда работая, правильно, когда работая с внутренними органами, мы наблюдаем исчезновение жировиков. То есть мы приводим в порядок как бы состоявшуюся или там проблему кишечника убираем, улучшает состояние печени, жировой обмен восстанавливается, и тогда жировики сами начинают правильно уходить. Нет, он не уйдет, жировик. К сожалению, не уйдет. Не всегда. Ребята, он может даже дать рост. То есть, поверьте, здесь столько уже проверенных вариантов. С размером с банки. Да, чаще всего эта проблема уходит тогда, когда мы активно начинаем работать, вплоть до того, что и перекись капаем. Вот тогда жировики исчезают. Ну, пиявки тоже неплохо. Ну, пиявка, понимаете, она слишком маленький, скажем, маленькая, низкая терапия по отношению к тому, что там присутствует. Опять же, что там в кишечнике? Часть паразитов, живущих в кишках, выделяют токсические вещества, которые начинают связываться там. Александр Ильич, как мы начинаем работу, чтобы организовать кровообращение, то застойное? Ребят, мы сначала с вами теорию, а потом начнем практические мероприятия. Да. То есть поперечно-бодочный? Поперечно-бодочный – это застой, возникает застой. То есть очень часто, вот посмотрите, какой процесс. Токсины, которые появляются в результате того, что возникает ферментопатия в кишках, токсины появляются в кишках, и вот эти токсические вещества, они как бы парализуют стенки кишок. То есть это своеобразная анестезия. И очень часто приходящие пациенты приходят, там патологии ярко выраженные, вот ты рукой находишь уплотнение, а боли-то нет. То есть создалась анестезия живущими в нем и паразитами, и бактериями. То есть токсины, которые вырабатываются, они создают имитацию. Вы провели, поддавили живот вслепую, дали касторке, касторка вынесла часть токсинов, на следующий день он приходит, а у него все заболело. Где не прикоснетесь, везде все болит. То есть вот с этого момента и как раз начинается процесс лечения. То есть токсины ушли, анестезия ушла, и вот сейчас проявилось истинное состояние живота. И очень часто бывает, особенно пациенты, которые уже в возрасте, у которых развилась аденома простаты, вот вы
посмотрите таких пациентов, у них обычно уже сниженная потеря чувствительности. И мы, когда начинаем работать, то первые две манипуляции или три манипуляции, то есть работаешь по ощущениям. Вот должно быть так, а не так. Поддавил, он не чувствует, все равно ты работаешь практически на нечувствительном животе. Даешь ему касторки, вынесла, на второй день снова обработали, опять дали касторки, вынесла, а на третий день вдруг у него все заболело. И вот с этого-то момента начинается работа. И здесь как раз удивительно, обычно, когда присутствующий дополнительный поликистоз, он как бы у таких пациентов не звучит, когда вы дали, очистили, он вдруг зазвучал. И то образование, которое там присутствует, оно заболело. Ну вот. И вы первоначально должны, так сказать, пациенту рассказать, что это должно быть, чтобы это не было для него неожиданностью. Некоторые пациенты для того, чтобы восстановить эту чувствительность, начинают голодать. Во время голода тоже какие-то механизмы запускаются дополнительные, которые и одновременно очистительные процедуры, все это дает появление вот этого ощущения, то есть чувствительности, снижение чувствительности.